Уважаемые педагоги, ваши ученики всех поколений, все жители Тверской области, примите искренние поздравления с Новым годом, который наш президент объявил годом учителя и наставничества. Пусть этот год станет стартовой площадкой для новых взлетов, достижений, открытий, мудрых, правильных решений, взаимопонимания с коллегами и учениками. Ваша профессия – одна из самых трудных, но и самая благородная на свете. Это профессия добра. А добро, как известно, чем больше отдаешь, тем больше и получаешь. Будьте же щедры на доброту. Не жалейте открывать сердца маленьким гражданам России, чтобы они выросли настоящими людьми и патриотами. Это в ваших силах. И добрый путь! Учитель и его ученики. Два полюса одного магнита, два берега одной реки. Они разные, но не существуют друг без друга. А это значит, как в природе, должна быть гармония. Гармония душ, гармония между уважающими друг друга людьми. Все человечество прошло через руки своих учителей. И не случайно у Бога есть второе звание – учитель. Учителем надо родиться. В одной красивой притче рассказывается о мальчике, который поднимал с песка морские звезды и бросал их в море. На песке, казалось, миллионы этих звезд. «Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду?» – спросил у него один человек. «Если они останутся на берегу, то погибнут», – ответил мальчик, не прекращая своего занятия. «Но это просто глупо!» – закричал человек. «Оглянись! Миллионы морских звезд! Берег просто усеян ими! Твои попытки ничего не изменят!» Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал: «Нет, мои попытки изменят очень много для этой звезды». Чтобы спасать звезды, нужно этого хотеть. Нужно иметь большую душу, чистую, добрую, такую, как у настоящего учителя.